Кофе. Поехали. Привет, дорогие мои друзья. Боже мой, мы с вами уже больше месяца не виделись, наверное. В общем, у нас наступил рождественский декабрь, наконец-то. В этом году, к сожалению, у нас не получится с вами делать наш привычный рождественский декабрь, ну, просто потому что нету времени для этого. Казалось бы, корона, а времени нет. Я, конечно, по возможности буду стараться выпускать видео, а какие-то приготовления, что-то рассказывать, но не получится у нас, не получится при всем моем желании. Все-таки теперь YouTube — это не основная моя занятость, как это было давно, раньше, а уже такая, прям вот хобби-хобби. Вот, но сегодня такого много прекрасного контента есть на YouTube, так много, что, ну, я уже так теряюсь. Вот, поэтому сегодня еду в Костко, более-менее свободно, поэтому буду снимать, показывать, рассказывать. Значит, что сегодня у нас будут за покупки? Сегодня у нас будут рождественские покупки, как я их называю, потому что вы знаете, что в Костко я хожу раз в месяц, и поэтому эта покупка, так как у нас сейчас начало декабря, это уже будет все до конца декабря, и нужно, естественно, взять в расчет и то, что дети выходят на каникулы у нас там в 20-х числах, да, там, грубо говоря, 21-го или какого-то выходят. То есть нужно взять в расчет детские каникулы, то есть какие-то, да, вещи иметь в доме, чтобы их кормить. Ну и помимо того, что на Новый год, возможно, что-то будет, хоть я еще меню не составляла, на самом деле мы Новый год как таковой уже давным-давно не празднуем. В плане стола. То есть, да, мы его обязательно отмечаем, мы обязательно, что там ужин у нас есть, да, то есть у нас есть традиция, но там, как говорится, салат оливье, мимоза и все остальное, это как бы уже этого нет. Как-то все попроще. И знаете, не потому что мы там против салата оливье, потому что невозможно быть против вкусной еды. Просто уже здоровье такое стало, знаете, что как бы лишний раз думаешь. А нужно ли оно мне это есть, чтобы потом у меня вот это что-то болело? Поэтому, исходя из вот этого подхода, мы уже несколько лет последних стараемся не перемайонезиваться. Меньше майонеза. Вот. Но вкусняшки все равно будут. То есть селедка и копченая рыбка будут по-любому. По-любому. Ну, конечно, как известно, в Костко эти продукты я не покупаю. Я их покупаю в Ями-маркете, куда мы тоже, наверное, с вами направимся, когда я туда дойду. Вот, потому что, ну, хочется все равно что-то рождественское, что-то праздничное, что-то такое для настроения, правда? Вот, какие-то блюда, что-то, что я буду делать. Но просто это будет не в ритме рождественского декабря, когда обычно я брала какую-то тематику. Вот, например, в прошлом году, кстати, кто не смотрел, может посмотреть, у меня есть плейлист, называется «Рождественский декабрь». Это не потому, что мы отмечаем Рождество, нет, мы отмечаем Новый год, и у нас есть Ханука, да, которая вот-вот приближается в этом году, совпадает с днем рождения моей мамочки. Вот. А просто для настроения, потому что атмосфера вокруг праздничная, люди стараются, да, как-то наряжать свои дома и внутри, и снаружи, вот. И, конечно же, музыка, приходишь в магазин, у тебя обязательно звучит музыка рождественская, то есть обязательно, да, какой-то вот эти вот скидки, распродажи, все вокруг как-то пытаются, несмотря на вот вообще всю эту атмосферу этого года, да, люди стараются все-таки не падать духом и все-таки отмечать, вот, поэтому это все, конечно, хочешь не хочешь, создает атмосферу праздника, и, конечно, я не могу остаться в стороне. Так вот,
рождественский декабрь, мой плейлист. Кто не видел раньше мой канал, мои видео, пожалуйста, зайдите, посмотрите. У вас будет понятие, что имею в виду, потому что всегда у меня какие-то то посиделки под елкой, то у меня, значит, какие-то традиции я рассказываю в каждом каком-то видео, то я рассказываю про продукты. Вот в прошлом году я рассказывала о продуктах. Каждое видео было посвящено каким-то традиционным блюдам или продуктам. Это, кстати, хорошая идея, потому что я так и не рассказала про гоголь-моголь, который они называют это эгнак. Вот. Я про него так и не успела рассказать, хоть я сняла видео, и это было последнее в моем списке продуктов, как бы традиционный продукт. Я о нем не рассказала. Вот. Возможно, в этом году расскажу, да? То есть я всегда что-то была в тематике. В этом году нету тематик, хотя идей у меня много, нету. Я не хочу тяп-ляп что-то там делать, да? Ну, хочется что-то побыть с вами немножечко, как бы, да? Что-то, какую-то информацию все-таки донести, что-то чем-то поделиться, каким-то праздничным настроением. Поэтому вот в этом году у нас будет больше такая солянка рождественская. Рождественская солянка. Может быть, так мы ее и назовем. А, рождественская солянка. Да, кстати, звучит неплохо. Даже вкусно, я бы сказала. Кстати, о солянке. Я люблю солянки и я люблю капустняк. Я, вот кто с Украины, сразу поймет, что такое капустняк. Но не все знают, что такое капустняк. Капустняк – это суп с квашеной капустой. Из квашеной капусты, да, то есть он делается на бульоне, он может делаться и на воде, но он может делаться на бульоне, это, конечно, намного вкуснее, там немножечко картошечки буквально, ну, по вкусу кто-то может и немножечко, но я стараюсь поменьше, а морковочка прям туда трется, это можно делать с зажаркой, я делаю без зажарки, да, то есть вы можете зажарить там поджарочку лука, сделать морковочкой, но я беру морковку, тру прямо туда, это я делаю обязательно на бульоне. И у меня есть сухой лук, приправа жареного сухого лука, туда, значит, забрасываю. И вот я это все навариваю, и в конце, когда уже все сварилось, да, то есть, понятно, бульон сначала варится, потом я туда добавляю картофель, морковь, там лук, значит, приправу сухого лука, и уже когда оно все сварилось, я добавляю банку квашеной капусты. Ну, соленой капусты, у кого что какая есть. Ну, с квашеной, конечно, вкуснее, но я беру вот в банках покупную, покупаю. Банку прям не жалею, потому что я люблю, чтобы было много вот кислой капусты, вот этого кисляка. В общем, короче, у меня, да я рассказываю, у меня просто затекают слюни сейчас, если честно. В общем, одним словом, вот такой я сварила капустняк. Это мой абсолютно зимний фаворит, абсолютно мой зимний суп. Естественно, летом такое есть не будешь. Не, можно, конечно, и летом. Но летом вообще как-то супы меньше хочется, да, потому что жарко, и еще это горячее. Поешь, потом остывать еще надо полчаса после этой еды. Поэтому это в основном мой зимний суп. И, кстати, это один из единственных, немногих, кстати, продуктов, на которых у меня дома нету, так сказать, нахлебников. Ну что, дорогие друзья, мы уже в Костко, и мы выезжаем. Мы выходим в Костко сейчас. Посмотрим, что мы купим, что будет интересного и нового. Людей здесь уже, конечно, куча. Зашла, конечно, без очереди, но людей на кассах просто тьма. Просто тьма. Так, что у нас тут? Peanuts, unsalted. 4,99. Я думаю, что я возьму. Мы любим такое. Это мы берем. Так, это все такое ореховое, из-за того, что оно все в каком-то покрытии. Я не очень хочу это все брать. На самом деле, меня попкорн дети просили давно. Мы делаем сами, но я, наверное, куплю 24 бега. 7,99 и 44,13,99. Здесь есть еще вот такой готовый, а почему-то нету его цены. Есть кукис. Вот папин корм 8,99. Я, наверное, возьму вот это. Я возьму вот такое. Мы любим с фильмами сейчас вечером. Такое мы любим.
Я сама делаю просто в сковороде. Окей, поехали дальше. Поехали дальше. Какая-то новая ферма. Лавровый листик не нужен. Возьму. А, ничего я не могу открыть. Созрела я для муки миндальной. Беру. Что здесь еще интересного? Пожалуйста, шафран. Кто ищет за $15? Это очень хорошая цена. Вот такой шафран. Красиво так упакован. Такой красивый баночек. $15. Это очень хорошая цена. Для 1 грамма шафрана. Только пошла такая жира. Возьмем также кокосовую муку уже. Хорошая цена. Здесь у нас 2 килограмма. Значит, у нас будет кокосовая мука. И у нас здесь, кстати, 300 кило в миндальной муке. Вот такие у нас, друзья, товарищи. Еще мне нужны орехи. Сейчас возьмем. 15.49. Беру. Я по дороге, чтобы созреть на органическое кокосовое масло, но пока что еще не созрело. А что касается вот ги, это топленое масло, конечно, это классная штука, но я брать не буду, это просто перетопленное масло. По цене получается то же самое, если сделать это самому. Но и так как мы не увлекаемся в доме этим, но это очень классная вещь, но я не беру пока что. Органический apple cider. Вы посмотрите, какая прелесть в какой красивой бутылке. Вау! Какой красивый. 3700. Sweet apple cider. 5 apple blend. То есть 5 разных видов apple. Такая красотуся. Очень красиво. А это что здесь? А, это бальсамик винегар. Сейчас по скидке. Тоже очень красивой такой бутылочки. Очень. Но мне не нужно, я брать не буду. Я возьму этот Mother Earth Organic Apple Cider Vinegar. 7,50. Я возьму. Если вы спросите, как я его использую, я пью. У меня уже закончилось. Как раз закончился. Я пью его с водичкой. Мешаю столовую ложку на стакан воды. Пью в первой половине дня и во второй. Chicken breast закончился, беру. Я очень всегда всем пропагандирую брать. Это действительно неплохое куриное мясо. Грудка куриная, ее можно в салаты, в супы, в такос, что вы там любите кушать, в роллы. Ну, абсолютно везде. Ну, салаты в основном классные, классные. Нужно иметь дом. Наверное, я все-таки это возьму на новогодний стол. Такой Wild Smoked Pacific Pink Salmon. 1 pound. А, это будет на новогодний стол, я думаю, у нас. Не знаю, что оно из себя представляет, но возьмем. 7.99. Наши крекерики. Как раз время брать закончились. Детям школу даю. Будет следующее, что я возьму. Я возьму вот эти вот оливки, начиненные чесноком на Новый год. Как раз я их и хотела. Потому что вот они есть с перцем, подешевле. Ну и здесь тоже литр, здесь 1,5. Они очень вкусненькие. Это будет тоже к новогоднему столу. Вы понимаете, у нас начинает организовываться тут новогодний стол. Оливочки, красная рыбка, будет копченая рыбка, селедочка.
Ну, может, какие-то колбаски. Это и будет наш Новый год. Запьем шампанским. И все будем здоровы. А вот это такие перцы, фаршированные с крем-чизом. Если честно, я не очень понимаю, как это. Они могут, крем-чиз может храниться разве без холодильника. Но понимаю, что здесь масло идет в качестве консерванта. Но как-то что-то не знаю. Но выглядит это вкусно. Типа вот так. Ну, не знаю. Брать не буду. Берем вот эти розовые перчики. Друзья мои, а вот скажите мне, вот эти вот Hearts of Palm, сердечки пальмы, это какая пальма? Это я не знаю. Вот вы знаете, что с этим делать? Вот напишите мне в комментариях, если вы когда-то брали, что вы с этим делаете. Потому что я никогда, если честно, не пробовала. Будет интересно попробовать. Так что вопрос в студию. Так, лентил. 3600. Берем. Так, детям в школу. Хотела мишки на лапки, но здесь что-то нету. Здесь вот есть эти печенюшки. Подходят нам в школу. 30 штук здесь. 30 пакетиков. А здесь просто печеньки Ореос. Габи просила, они любят Ореос, конечно. Ореос получается подороже. Ну ладно, наверное, я возьму 6 грамм. Ладно, возьму вот эти. 110 калорий сэр. 23 грамма, 2 килограмма, 4 по 500. Ну, будем упаковывать в коробочке отдельно, как я делала до этого. Ладно, возьмем Ореос, конечно. Окей. Еще у них будут крекеры и Ореос. Ну, это с учетом того, да, что у нас из школы и начинаются каникулы, бляха-муха. Их надо будет все время чем-то подкармливать. И дом не очень любит пинат-баттер. Поэтому, например, крекер с пинат-баттер для него. Ну, он просто даже пинат-баттер ложкой вот так ест. И этот, вот съел две ложки, и все. И перекус закончился. Но я пинат-баттер беру в ноу-фрилсе, так что it's okay. Так, поехали дальше. Значит, у детей каникулы. На каникулах летних и зимних я покупаю им корнфликс. Чтобы они enjoyли. Здесь получается большая упаковка. Made with all grain, two bags. И это у нас там килограмм получается. Да, кило. 1 килограмм. Ну, даже страшно смотреть, если честно. Я думаю, состав. Сахара здесь 10 грамм на 1,5 стакана. А вычесть не так страшно для детей. Ну, такой. В общем, взяли. Нам еще попала сметана, но столько народу, что даже снять было нельзя. Смотрим дальше. Так, ну что, возьмем что-то эти свеженькие есть. Так, кранчи чикен бургер. 2 кг. Даже взять всю эту коробочку и вместе складывать. Не, она большая. Ладно. Так, возьмем. Посмотрим, что у нас тут есть. 100% Canadian Own. Медвеж Лайтнинг. Fully cooked breaded seasoned. Ну, подходит мне. Подходит, возьмем. Это я иду на бутерброды, иду в школу. Моя рыбка. Красная. Так, беру сегодня колумбийское суприму.
будем молоть. У нас очень классная кофемолка и кофеварка. Ох, соковыжималка. Короче, да. Ох, какой запах от него идет шикарный. Я вот крутилась, просто хотела понять, он пахнет или нет. Пахнет супер вот с этой дырочкой. Ой, отлично. Я уже хочу это кофе выпить. Обязательно возьму еще бленд. Всего понемногу. Берем. Там у меня и Габи любит, и Костя, и Яя. Все мы, кроме Идоши, правда, здесь есть и такое, и такое, и всякое. Мы, правда, еще мясо сегодня совсем не взяли, а коляска уже полная. Коляска уже помючила. В конце я увидела мою лаватку, решила ее брать. Она пахнет просто изумительно, и я люблю этот кофе. Будем молоть, будем пить. Лаватка. Растворимый кофе никто не отменял. Его тоже берем. Набор такой красивый, если подарить. Колбаска на такой досточке. Класс. Так, сельдерей. Взяла две упаковочки для соков, которые мы сейчас пьем. Всю очередь отстояла, чтобы зайти в этот отдел. Так, смотрю, что мне здесь еще надо. Шпинат у меня есть. Грибы посмотрю. И грибочки. Взяла. Пошли на выход. Двухлетний чеддер по скидочке сегодня беру. Такая уже у нас сегодня полная коляска. Учителям нужны подарки, мне нужно как раз три подарка. Вот здесь идет упаковка шоколад, бельгийский какой-то шоколад. Вот уже он индивидуально упакован, внутри три упаковочки, стоит $20, 19.89. Я это возьму. Сразу будет подарок учителям. Очень вкусный и хороший. Так, фарш свиной. Берем. Ну, еще такой вот ростбиф. $25. Его долго-долго-долго тушить. Даже с тем же вентилом. Ну, короче, надо подумать. Думаю, что буду тушить. Ну, что делать? Говядину. Я его редко беру, но возьму. Буду мешать с свиным на пельмени. И все такое. Тортилью возьмем. Конечно, во-первых, что все очень вкусно здесь. Хочется взять все. Но, во-первых, я знаю, что это очень быстро все сразу съестся. И кому от этого хорошо? Никому. Все по-другому. Вот я и нашла Bear's House. Так что я вытащу Oreos и возьму Bear's House. Ура! Это кладем внутрь. А, Oreos вытаскиваем. Я их уже здесь упаковала в коробочку внизу. Вот так. Вытаскиваем Oreos. Очередь в кассу. Мы скупились. Итак, дорогие мои друзья, а наш ущерб сегодня $353.
Значит, я была очень рада взять вас с собой на это наше великолепное путешествие, дорогие мои друзья. Спасибо, что были в этом небольшом видео со мной. Надеюсь, это было интересно, познавательно и развлекательно. Значит, что я могу вам сказать? Я надеюсь, что мы увидимся с вами очень скоро, потому что я планирую еще хотя бы несколько видео сделать в уходящий год. А пока что желаю вам здоровья, благополучия, не болеть ни вам, ни вашим родным, родственникам, близким, друзьям. Продолжайте делать то, что вы делаете. Жизнь продолжается на самом деле, просто с определенными какими-то маленькими изменениями. И я считаю, что мы все должны в них как-то влиться, и они скоро пройдут мимо нас стороной. Это все пройдет, и все вернется, как было прежде. А пока что, пока-пока, жду ваши комментарии и вопросы.